Хочешь посмотреть, как ты спишь? Если ты можешь посмотреть моего планшета. Я опять. Ты в воздухе, да, ты висишь в воздухе. Всем привет! И сегодня мы подрушаем наше выживание «Дом на небе». Так, мы сегодня здесь... Значит, посмотри, все ли у тебя есть из строительных материалов, которые у тебя идут. А я могу по кругу так. Что я могу скрафтить? Проверь строительные материалы. Посмотри, что у тебя есть и чего у тебя нету. И сделай то, что тебе нужно. Если нужны инструменты, может быть, я тебе сделаю. Хорошо? У меня все есть, но только я могу в сундук бросить 2 стрелы. Видимо, с хитона убивал и где-то подобрал. И все, у нас 11 стрел. Па! Скачай стрелы. Ничего страшного. Это хорошо, наоборот. 11 стрел есть, это хорошо, действительно. Упаковку сюда, факел сюда. Упаковку дашь, что ли? У меня ничего вообще нету. А, ну тогда... Поэтому я тебе ничего уже не дам, извини. Это костная мука. Это... Вот это? Вот это, да? Костная мука. Давай, играй. Ты строй дом, а я сейчас тебе буду... Ты мне скажи, какие строительные материалы тебе нужны, я тебе их буду добывать. Да, у меня все достаточно. Тогда строй. Тогда иди строить. Так, только у меня что-то не очень много грязи. Тут я... Надо, я тебе грязь привезу. Я сейчас возьму грязь, принесу. Ты пока строй всем остальным. Не трать время, ты же этот дом не успеешь. Ты будешь, не знаю, полгода дом строить там на небе. Сейчас. Все. Лопата еще одна нужна. Точно. Лопата нужна. Отлично, уже. Пошел полдня. Раскол полдня. Нужно много дерева. Еще, наверное, топор сделаю. Овечка. Ну, давай овечку. Я убью овечку, ты иди строиться. Да? Слышишь, Максик? Вот я чуть-чуть. Иди строиться, Макс, иди строиться. Сейчас я убью. Есть. Все, иди строиться, а я сейчас тебе это буду и землю, и все, что хочешь. Что случилось? Я впала назад. Вау. Клипел, скелет! Где? Спасайся, кто может. Еще там скелет. О, боже. А, вот. Ну, так, что мы будем делать? Там паук. А там паук. Ну, вот видишь. Как нам весело. Там еще крипер. А крипер где? Крипер там. Где там? Ну как? Где той там стороны? Скелетон? Угу. Уже на дереве одно из. А, вот в чем. Попробуй. Мы так низ. Я тоже. Ты что делаешь? Зачем ты подошел? Ты пошел в дом. Я тоже хотел убить. И вон еще один крипер. Вот того убивай, если хочешь. У меня уже сил нету. У меня не восстанавливается. А нет, сердечки понемножку восстанавливаются. А мне нужно покушать. Нужно. Ой, я затянулся. Ой, кто это бьет лошадку? Скелет? А, это я! Захожу за лошадку. Вот и... Я не знаю, как его выманить надо. Скелета. А у тебя есть лук? Убей этого скелета из лука. Чё у меня там? Нет лука. А у тебя нет лука? Тебе их меняться. Целься в тебя. Ага. Там клипим. И все так пусто. Майнкрафт. Попал в меня. Ух.
Так. Надо мне идти за животными. Макс, в этой серии мы тогда, получается, не сможем построить ничего. Да. Если будет там все их трое. У нас даже защиты нет, понимаешь? А ты можешь убить того крипера? Пока не получилось у меня. Сейчас я еще одну овечку убью, чтобы еда была. Пока там особо не подходи к ним. Хорошо? А что делать тогда? Ну, я не знаю, собирай землю тогда. Тебе же нужна была земля, тебе все равно нужно будет потом дом строить, правильно? Угу. Ты больше земли или из дерева строить дом? И знаешь, что мы можем сделать? Земли и из стекла. Не, давай лучше из дерева и из стекла. Я раз буду добывать тебе дерево. Зачем? Ну как зачем? Что ты сделал? Плавил наш дом. Поломал наш дом? Плавил. Прорыл. Восстанавливай его. Да я же выстрел. Опять тепло. Солнце уже садится. Какая? Дом нужно будет строить деревянный там. Деревянный, каменный, я не знаю. Ну вот такой, чтобы красиво было. Ну что из земли некрасиво. Нужно будет вот деревянные блоки делать. Сейчас дерево добываю для тебя. Я пошел на другой остров. Да, солнце потихоньку садится. Угу. Я пошел домой. Угу, я их вижу. Крипер. Закрывай. Так, у меня столько дерева. Ну что, давай пошли спать. Тогда и записываем, заканчиваем эту серию. Давай. Она какая-то такая идем, не да, очень да. интересная была, потому что нас просто преследовали эти всякие мобы злые. И мы боялись не закрывать дверь. Да. О, хочешь посмотреть, как ты спишь? Если ты можешь посмотреть моего планшета. Я опять? Ты в воздухе, да, ты висишь в воздухе. А что теперь тут было... у меня? А у меня тут ничего в клавиатуре. Что-то странно. Так, хорошо, ну давай тогда прощаемся с нашими подписчиками. Да. Поднимайся. Ну ладно, давай так уже. Всем удачи. Всем пока. Еще увидимся. Пока-пока. Да, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Все, всем пока-пока. Да, всем пока-пока.